кино на ТВ Рус. Она простая и скромная девушка, живущая обычной жизнью. В зеркало на себя давно смотрела. Только что у вас в прихожей. Ну и кого ты там увидела? Пора тебе отдохнуть, Лягушкина. Может, принца себе найдешь. Но обыкновенная поездка в санаторий меняет все ее планы. А что, народ тут наглый, да? А ты что, первый раз в санатории, что ли? Первый. А как вас зовут? Настя. Меня Артур зовут. Ты хочешь сказать, что я дура? Да ты полная дура. Вот кто, кроме тебя, вообще мог поверить этому Кобелидзе? И так трудно увидеть ложь за сильными чувствами. Лариса, что случилось? Приехали к тебе, вот что случилось. Кто? Жених. Да какой жених? Придурок с работы. Ты моя, и я никому тебя не отдам. Говорят, что жених Лягушкин. Я вообще думаю, может загасить его, а? Когда все вокруг летит кувырком, уже невозможно остановиться. Давай рассказывай, кто тебе шаров-то навалял. Не скажу, я ее люблю. Я хочу на ней жениться. Ну ты, главное, сделай так, чтобы она этого захотела. Царевна Лягушкина. В воскресенье на ТВ Рус.